ответственно заканчивать соревнования. И все, там уже хорошие результаты, и все же хотят от спортсменка последняя, которая, ну, чтобы она поставила хорошую точку. Красивые, красивые борьбы. Будем желать Виктории этой удачи. Мы болеем за нее. Кыргызстан пусть болеет за свою девочку и желает ей победы. Мы были у них на сборе. Очень доброжелательно, по-дружески нас встретили, помогали. Ну, самые теплые воспоминания о пребывании в Кыргызстане. Очень хорошо. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдық тармақтарға, чалуларға, фильмдерге, сериалдарға, телеканалдарға. 4 чумаға 550 сом. Шашылғыла, барыбыз қошылауыз. Переходи на О. Барына чексиз. Хорошо, навязывает Виктория пока свою борьбу. Навязывает. Главное не пропустить в ногу. Сейчас она взяла хорошо руку перед грудью. Пусть продолжает. Это получается, пусть начинает эту борьбу. Главное сейчас завоевать преимущество. Вот-вот, завоевать преимущество. Когда ты ведешь, это всегда легче. Сейчас отстоять, эту секунду не пропустить. 10 секунд, а потом уже опять начать бороться. Конечно, нужно техническое действие, чтобы обратную сторону, но во втором периоде не зажгли. Но я вам скажу, что минута еще первого периода. 1-0 ведет Виктория. Вы слышите, какая поддержка? Вот наша команда там стоит и поддерживает. И гостренер с ними Марзалюк Гетманова. Ждут победы. Хотелось бы этого. Неправильно. Не надо Виктории давать выключать руки. Вот это сейчас замечание, это показано. При равной борьбе во втором периоде будет предупреждение Виктории. Я смотрю, Нуртаева как бы на это рассчитывает. Потом включится во втором периоде. Сейчас так. Вы слышите, какая поддержка? Это должно помочь Виктории в борьбе. Время, перерыв. Очень важно сейчас выслушать тренеров и что они подскажут. И, ну и очень важно, чтобы тренерская установка была реализована. А на ковре вьетнамка ведет 1-0. Виктории нужна поддержка. Так как-то спокойно Нуртаева. Ну-ну-ну. Нет, не получилось, жалко. Вот сейчас она должна дать давление. Создать давление, чтобы... Замечание. Вот видите, показывают замечание красной. Что она не борется. Это очень хорошо Виктория. Перебила эту ситуацию немножко. Нуртаева должна... действовать. Вот Виктория. Молодец, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Хороший захват. Это обоюдно острая борьба.
хороший проход, у одной, второй хорошая защита. Сейчас все это, как говорят, на тоненькое. Куда преимущество? Показывают, подбадривают судья и соперниц. Активнее, активнее. Еще раз предупреждение, замечание. Если это реализуется, будет очень здорово. Не здорово, а очень здорово. Не может Нуртаева перестроиться. Это хорошо. Десять секунд. Восемь. И будет 2-0. Нуртаеву только спасет техническое действие. Но я не вижу, где она его может достигнуть. 2-0. Здесь не допустить ошибки. Минута. Нет. Бери балл. Бери балл. Какая ошибка, елки-палки. Нет, молодец. 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 Фу. Как здорово выкрутила эту ситуацию. Просто здорово. Тренера кричат ей, закрыться, закрыться. Я смотрю, Муртаева смотрит ей. И очень-очень тяжело. Очень тяжело. Сорок пять секунд. Ёлки-палки. 40 секунд. Сорвалась рука. Стой-то. Вот все и начинается. Вот все начинается. Выдержи. Виктория. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не хватило. Мне кажется, просто не хватило. Да, Муртаева лизолевала свое техническое преимущество. Я поздравляю с заслуженной победой. Заслуженная победа. Нашу девочку серебром. Победа была близко. И спасибо за внимание. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Они выложились на все 100 и заслужили вашу поддержку. Еще осталась одна весовая категория 76 килограмма. Вместе